В Ульяновской области открылся родник с кристально чистой водой. То есть он уже был на этом месте раньше, в селе Артюшкино Сенгелеевского района. Но до этого момента испить из него водицы было весьма непросто, поскольку его состояние оставляло желать лучшего. И вот, наконец, родник был приведен в порядок. Был оборудован 15-метровый спуск лестницы, вырезана поросль вокруг источника. 4 октября 2011 года родник был торжественно открыт. Это не первый и не последний родник, который был благоустроен в Ульяновской области. Все обустроены родники расположены вблизи поселений, где есть острая потребность в источниках чистой питьевой воды. В этом году мы благоустроили 4 родника, в том числе и в селе Артюшкино. Село Артюшкино является самым красивейшим местом Сенгелеевского района. Здесь живут как местные жители Сенгелеевского района, так приезжают отдыхать и гости Сенгелеевского района, жители города Ульяновска и других городов. Здесь замечательная природа, озера, леса. И в связи с тем, что мы благоустраиваем родники, Сенгелеевский район имеет большой потенциал по развитию туризма. Ожидается, что в скором времени обустроенные родники Сенгелеевского района станут частью новой туристической инфраструктуры природного парка «Сенгелеевские горы».